Всем привет, меня зовут Жақсылық Есілбаев, я являюсь основателем бонусной программы САГИ. В целом САГИ решает проблему бизнесменов, это вот рестораторов, это магазинов. Мы помогаем бизнесу зарабатывать в 2 раза больше. Каким образом мы это делаем? Мы помогаем оцифровать его клиентскую базу, сегментировать ее и даем модуль коммуникации. Мы понимаем, что, допустим, владельцы бизнесов, рестораны и магазины не могут коммуницировать, не могут оцифровывать своих клиентов. И для этого мы нашли удобное такое легкое решение. Мы даем им бонусную программу, просто спрашивайте номер телефона клиентов, начисляйте бонусы, и таким образом у вас собирается клиентская база. Почему я выбрал САГИ? Потому что САГИ на самом деле он масштабируемый проект. То есть мы, находясь сейчас в Астане, в Астанахабе, не выходим вообще из офиса, мы научились продавать не то что по Астане, но и даже в другие города. То есть мы на самом деле географически не подвязаны, его легко продавать. В данное время в нашей компании работает более 20 человек, это и IT-отдел, это отдел продаж, это отдел маркетинга. На самом деле я лет 6 назад еще пытался разные IT-проекты делать. Я вот находил какие-то идеи, думал, вот сейчас найду программистов. Я сам не айтишник, но находил где-то индусов, там, других украинцев, и отправлял им большие деньги и говорю, блин, ребята, сделайте мне вот этот проект, похожий вот, там, не знаю, допустим, на крыше КЗ. Денег уходило много, времени много уходило, и в итоге что получается? Нет продукта и нет денег. Потом я услышал, что есть Астанахаб, в Астанахабе встраивают мозги, как говорится, помогают стартаперам, их обучают, говорят, что сперва нужно сделать перед тем, как деньги потратить. Наши ребята прошли обучение, мы теперь понимаем, как нужно делать продукт. Не тратить там, не знаю, много денег, можем быстро проверить всякие гипотезы. А затем только можно, условно говоря, какую-то маленькую там версию сделать пробную. И выйти на рынок, узнать мнение, получить даже какую-то там, не знаю, сумму денег. Что же такое САГИ? САГИ помогает бизнесу увеличить доходы 2 раза за счет повторных покупок.